Вести Дагестан. С главными событиями четверга 30 марта информационный выпуск «Вести Дагестан» в студии Бедерниса Гусейнова. Добрый вечер. Секретарь Генерального совета «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и министр просвещения России Сергей Кравцов с рабочим визитом прибыли в Дагестан. Они проинспектировали ход строительства социальных объектов и проверили реализацию мероприятий по капитальному ремонту школ в Махачкале. Делегация осмотрела строящуюся трехэтажную школу в районе ипподрома. Сдача объекта планируется на 7 августа этого года. 10 дней процедура будет передачи от дирекции к муниципалитету. Лицензирование сейчас, благодаря усилиям, очень совместно с Обнадзором, 5 дней можно сделать. Там будет вопрос только создания юридического лица, который можно тоже за неделю, в принципе, сделать. Поэтому вот ровно 1 сентября, если... Какие-то же процессы можно запараллелить, правильно? С 2019 по 2024 год в Дагестане всего построят 59 школ, из которых 28 уже готовы. Таким образом, в республике решен вопрос третьей смены, но все еще актуальна проблема ликвидации второй смены. Как отметил Сергей Кравцов, школы, которые построят, решат и эту проблему. А руководство республики держит все на контроле и выполняет все взятые обязательства, подчеркнул депутат Госдумы Нурбагант Нурбагандов. Помимо строительства школ ведется работа, связанная с повышением квалификации учителей, оборудования. Республика активно участвует в реализации национального проекта образования. Мы поставляем оборудование не только городские школы, но и сельские школы, высокогорье, чтобы ребята получали качественное образование вне зависимости от того, где они проживают. В целом хочу сказать, что система образования Республики Дагестан развивается. Мы постоянно в контакте и с депутатами Государственной Думы, Совета Федерации. Понимаем, что вопросы остаются, но здесь важно движение вперед. Очень приятно удивился, я доволен всем остался, что ты в то внимание наш президент уделяет нашему образованию на сегодняшний день. И в народной программе партии написано это все, то, что делается. Независимо от того, что на сегодняшний день мы находимся в таких санкционных ситуациях, все тем не менее, никакого секвестра, как говорится, нет. Мы наоборот с каждым годом на образование, на строительство, на капремонт школ и дошкольных образований и бюджеты денег. Итоги визита с участием главы Дагестана Сергея Меликова подвели на расширенном совещании по обсуждению вопросов реализации федеральной программы «Модернизация школьных систем образования на территории республики», а также вопросов строительства социальных объектов в рамках нацпроектов «Демография и образование». Подписан трехсторонний протокол между республикой и федеральными министерствами. Он зафиксировал, что каждая сторона выполнит взятые на себя обязательства по вводу в эксплуатацию в этом году 40 новых школ на 17 300 мест. Глава Дагестана Сергей Меликов встретился с представителями призывных комиссий Дагестана. Руководитель региона подвел итоги прошлогодней осенней призывной кампании и дал рекомендации по проведению весеннего призыва. Кампания стартует 1 апреля и продлится до 15 июля. Призвать в армию могут молодых людей от 18 до 27 лет. Срок службы составляет 12 месяцев. Сергей Меликов ориентировал всех на качественное и организованное проведение весенней кампании в Дагестане. Это поручение президента и требования Министерства обороны. Глава Дагестана рекомендовал присутствующим сотрудничать с общественными организациями, старейшинами, ветеранами, спортсменами, людьми, пользующимися авторитетом и способными мотивировать на службу в армии. Сергей Меликов встретился с участником спецоперации, депутатом Народного собрания Абдулой Магомедовым. Как многодетный отец, он был освобожден от мобилизации, но как настоящий дагестанский мужчина добился желаемого и все равно отправился на передовую добровольцем. Домой боец приехал в краткосрочный отпуск. Глава республики узнал у него, как поживают наши ребята, нуждаются ли в чем-то, какие у них просьбы и пожелания. За вклад в патриотическое воспитание молодежи доброволец награжден медалью имени Амитхана Султана. Абдулла Магомедов поблагодарил главу региона за постоянное внимание и поддержку бойцов в зоне СВО. За то, что поддерживаете мобилизованных
ребят, наших дагестанцев. Ваш помощник Саид постоянно на связи, все вопросы. Асеевич постоянно на связи. Наша обязанность, я знаю, что Завур Асеевич с самого начала, когда ребята мобилизованные были в полигон Шали, значит, он туда несколько раз выезжал и сам лично оказывал гуманитарную помощь, поддержку от имени правительства, поддерживал ребят. То есть он как бы был, достался и на 71-й полк, и пункт формирования 58-й армии в Владикавказе. И вот все наши посылы, которые есть, Махача Марыч старается реализовывать. Уже сегодня мы разговаривали с Магомедом Гусейновичем Бачиловым. Он недавно вернулся как раз, но он не Запорожье, а Бердянска. Имеется в виду здесь южнее, да, группировка войск Национальной гвардии стоит. Он ездил туда их с праздником поздравлять, говорит, мы уже обеспечены всем, даже другим нашим сослуживцам из других частей, из других регионов, делимся. Поддержать семьи защитников Отечества, которые сегодня выполняют задачи в рамках специальной военной операции, призван и региональный социальный фонд «Все вместе». Сегодня ему исполняется ровно год. Созданный по поручению Сергея Меликова, фонд оказывает помощь и семьям погибших военнослужащих в зоне СВО. За каждой такой семьей закреплен социальный работник. Власти республики ежедневно курируют работу штаба. О том, как важно быть всем вместе, Патимат Сулейманова. Старший ребенок в семье, лучший брат и опора родителей. Набигулла Меджидов имел свою автомастерскую, был счастливо женат и воспитывал трех дочерей. Но после начала специальной военной операции в 48 лет добровольцем отправился на передовую. Скажите, август. Август. Нам тоже не сказал ничего, потому что он думал, что на мини-пуст. Октябрь погиб. 19 октября сказали, мы погиб. Сын не мог спокойно оставаться дома и смотреть, как гибнет мирное население, рассказывает мать Набигуллы Сильва Меджидова. Его дед в годы Великой Отечественной войны пропал без вести в сражениях с фашистами. Спустя десятилетия бороться с нацизмом на фронт отправился и внук, но не вернулся. Похоронив в родовом селе Набигуллу, на передовую поехал уже его младший брат. А он говорит, за брата буду мстить. После тяжелой потери на помощь Меджидовым пришли не только друзья и близкие. За их семьей сразу закрепили социального работника. Дважды в неделю он посещает их на дому и помогает с решением разных проблем. Бытовых, социальных, медицинских, образовательных. Каждое обращение семей погибших военнослужащих, мобилизованных и добровольцев решается в кратчайшие сроки. Оказывается, семьям юридическая помощь, психологическая помощь в оформлении документов. В данном случае семья принята на дом. На социальное обслуживание. Социальный работник посещает их на дому, оказываются все гарантированные услуги. Поддержать семьи защитников Отечества, которые выполняют задачи в рамках специальной военной операции, наш долг, отмечают в руководстве республики. Ровно год, как по поручению Сергея Меликова, в Дагестане создан и функционирует региональный социальный фонд «Все вместе». Штаб оказывает помощь семьям погибших в зоне СВО и родным мобилизованных. Мы сегодня можем говорить, что все те социальные меры защиты, которые были предусмотрены, и а некоторые даже были приняты по ходу проведения специальной военной операции, они доведены до членов семей всех погибших военнослужащих. Руководством республики, руководством министерства, министром и вице-премьером, курирующий этот блок, ежедневно контролирует все эти вопросы. Семьи погибших бойцов сегодня стараются окружить всесторонней помощью. Все их вопросы решаются максимально оперативно, заверяют в фонде. Пока защитники Отечества стоят на страже интересов Родины, родные героев всегда могут рассчитывать на поддержку властей. О том, как сейчас обстоят дела в зоне специальной военной операции, сообщает официальный представитель оборонного ведомства Игорь Коношенков. На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии западной группировки войск, поражена живая сила и техника вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Ольшана и Кисловка Харьковской области, Новоселовская и Артемовка Луганской народной республики. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также противотанковая пушка МТ-12. Кроме того, в районе населенного пункта Старица Харьковской области поражен склад боеприпасов. На Краснолиманском направлении ударами штурмовой, армейской авиации, тяжелых огнеметных систем
и огнем артиллерии группировок войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невская, Червоная, Деброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, а также самоходная гаубица «Акация». На Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения и активных действий подразделений южной группировки войск в течение прошедших суток уничтожено до 310 украинских военнослужащих. 2 танка, 4 боевые машины пехоты, бронетранспортер, 9 боевых бронированных машин, 4 автомобиля и 2 гаубицы МСТБ. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Причистовка и Угледар Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили более 50 украинских военнослужащих, 1 танк, 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля и гаубица Д-20. На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика» и артиллерийская система М777 производства США. Оперативно-тактической армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах. В районе населенного пункта Семеновка Донецкой Народной Республики уничтожен узел связи Вооруженных сил Украины. Кроме того, поражены 4 пункта управления подразделений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Авдеевка Донецкой Народной Республики и Новобереслав Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны и стрелковым оружием уничтожены 8 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червона-Поповка, Ковалевка Луганской Народной Республики, Зеленый Гай, Ленинская Донецкой Народной Республики и Ремовка Запорожской области. Кроме того, за сутки сбито 6 реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймарс». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 404 самолета, 226 вертолетов, 3620 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8456 танков и других боевых бронированных машин, 1074 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4456 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9177 единиц специальной военной автомобильной техники. Сегодня прошла 21-я сессия Народного собрания Дагестана. Ряд законопроектов приняли во втором чтении. Также депутаты рассмотрели законопроект, в котором уточнялась доходная часть республиканского бюджета на 2023 год за счет поступления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сумме около 640 миллионов рублей. Соответственно, увеличивается и его расходная часть. В повестку было включено 29 вопросов, среди них об отчете министра внутренних дел по республике о деятельности полиции МВД за 2022 год, с которым выступил министр Абдурашид Магомедов. Если тем говорить о нормализации обстановки, антитеррористического направления пока не приходится, особенно с учетом резкой активности террористической деятельности иностранных, прежде всего украинских спецслужб на территории России. В декабре в Махачкале ликвидирована террористическая группа из 4 местных жителей, которые имели тесные контакты с украинским националистическим объединением АЗОВ и получали финансирование для приобретения оружия. Группа планировала совершение ряда громких акций в Дагестане, после чего собиралась уехать в Украину для участия в боевых действиях против российских войск. Печальная новость. На 85-м году ушел из жизни дирижер, музыкант, заслуженный деятель искусств Дагестана, маэстро Магомед Абакарович Абакаров. Его имя широко известно в Дагестане не только музыкантам. Многогранный талант организатора, руководителя, педагога, популяризатора джазовой музыки проявился в период работы во главе симфонического оркестра Гостеля радио Дагестана, дирижера музыкального коллектива Кумыкского театра, художественным руководителем Дагосфилармонии и эстрадно-духового оркестра. В 2004 году народный артист Дагестана стал художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра республики. Магомед Абакарович долгие годы неизменно стоял у дирижерского пульта, за это время сумев создать замечательный коллектив, состоявший из талантливых музыкантов.
Продолжает выпуск старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова. Прокуратурой Республики Дагестан контролируется соблюдение прав граждан, попавших в зону отключения водоснабжения в городе Буйнакске. По предварительным данным, 29 марта 2023 года произошла авария на магистральном водоводе Черкей-Буйнакск. В зону отключения попали 23 социально значимых объекта и более 30 тысяч человек. Ход результата проведения аварийно-восстановительных работ поставлены прокуратурой на контроль. Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов России по Дагестану окажут бесплатную юридическую помощь. Завтра с 9 до 16.45 пройдет прием граждан по вопросам принудительного исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов. Прием заявителей будет осуществляться в административном здании аппарата управления по адресу Махачкала, улица Мирзабекова, 159. При себе имейте документ, удостоверяющий личность, телефон для справок 78 12 80. Повторяю, телефон 78 12 80. В эфире Радио России Дагестан. Сегодня в музее Махачкалы прошло открытие фотодокументальной экспозиции «Темп. От электробиографа к Дому культур», рассказывающей об истории первого кинотеатра города. Данная выставка – часть музейного проекта «Место силы», в котором рассказывается о знаковых местах Махачкалы, составляющих ткань городской идентичности. В рамках параллельной программы выставки можно окунуться в атмосферу старого кино. Радио России. Дагестан. Погода. По сообщению Дагидромедцентра, в ближайшие сутки по районам республики ожидается местами небольшой дождь, в горных районах осадки в виде дождя и снега, в отдельных районах сильные, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, ночью местами 15-18 метров в секунду, температура воздуха ночью 2-7, днем 7-12 тепла. По горным районам ночью 1-6 мороза, местами до 3 тепла, днем от 3 мороза до 2 тепла, местами до плюс 5. В 13 часов в Махачкале температура воздуха была 13 градусов тепла, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность 76%. В ближайшие сутки в Махачкале ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10, днем 9-14 метров в секунду, температура воздуха ночью 3-5, днем 6-8 тепла, вода в море 15 градусов. Это был информационный выпуск «Вести Дагестан». Вела выпуск Бедерниси Гусейнова, редактор Шерипат Шульгина, звукорежиссер Момина Талиева. Мы желаем доброго вечера и хороших новостей.